Меланис, он принес чуть позже, году в 39-м, но сам причал тоже 37-го года, и он можно увидеть в фильме «Волга, Волга», «Стрелка», как раз катеры, они выбираются вот здесь, на причале пригородного сообщения. Изначально в парке для пассажиров пригородного сообщения был сделан деревянный павильон, который не сохранился. На парк вокруг речного вокзала был разбит по проекту паркового, ну, сейчас сказали, ландшафтный дизайнер, а тогда архитектор Шихаревич. Парк предполагал высадку лиственных деревьев, роскошные цветники, которые поддерживали итальянскую архитектуру речного вокзала.